Красиво, да? Oh, there's a line. Never mind, let's not go here. Картина такая красивая. You're going? Я вот подумала, что в России города такие вот туристические, наверное, только там раз, два, три, да, обчелся. А здесь в каждом городе вот так, что-то такое уникальное есть, и есть gift shop, то есть магазинчики, где можно купить подарочки, которые чем-то будут напоминать вам именно это место. Название, какие-то подделки, картины. Понимаете, туризм тут очень сильно развит. Приезжают люди из Японии, из Кореи, из Индии, из Мексики, кто угодно. Вот рок-порт, очень известное место. А в России что? Я вот вчера слышала видеоролик, что в общественных местах разговаривают только по-русски. Ну вот я в общественном месте, я разговариваю по-русски. Тут вот для иностранцев на своих языках. Как можно в общественных местах разговаривать только по-русски? Вы что, ёбнули, что ли? Вот видите, тут корейцы. Видели, у нас висит целый стеллаж с одеждой, да, и покупал этого, как сказать, продавца нет, да, вот сзади меня магазин, а продавца нет. Ну, то есть это висит, показать, что вот у нас одежда, приходите к нам. Вы себе представляете, чтобы менталитет был такой, что ни один человек не идет мимо и не забирает ее с собой? Тут никого нет, полиции нет, никаких там охранников нет. Прекрасная одежда. Сейчас скажу, сколько она стоит. $32.99. Ничего. Это еще на сейл написано, видите, сейл. Никто ничего не украдет.